Добрый день. Добрый. Что сказал? Я сказал добрый. Приятно видеть детей. Не знаю, я молился и посмотрел на... Как зовут? Дарья. Человек. А? Дарья. Дарья. Привет, Дарья. Когда есть дети в присутствии Божьем, помните, да? Однажды к Иисусу приводили детей, и Он возлагал на них руки, молился на них. И ученики роптали. Помните, да? Представляете, вот что они роптали-то, да? Как вы думаете, почему они роптали? Духовные были, наверное. Завидовали. Они духовные были, они с Иисусом. Что за... Зачем время отнимать вообще? Что это за детский сад? Мы тут серьезными вещами занимаемся, да? Но Иисус сказал, молчите вообще. Пусть приходят ко мне дети, и Он их благословлял, и все. И неважно, да? Он говорит то, что истинно вам говорю, что кто не умолится, как дети, тот не войдет в Царство, да, Небесное. Ибо таким будет открыто Царство. Поэтому... Приводите детей к Иисусу. Ладно, я немножко сомневаюсь о том, о чем мне говорить. Говорить, не говорить. Я готовился, я хотел такие для себя важные вещи говорить. Но просто я понимаю, вот я для себя проповедую или для вас. Но есть такая штука, что если мне нравится самому, значит, и другим возможно, что понравится. Потому что если мне не нравится, да, то и другим навряд ли понравится. И вообще мы так должны жить. Да, что вот мы делаем какую-то работу, да. Тебе вообще нравится, что ты делаешь? Ну, я имею в виду там. Часто постройки просто. Или халтуру лепишь такую, что от которой самому тошно, и надеешься, что ее примут. Да? Вот иногда такое отношение к жизни. Иногда мы думаем, что жизнь, она дана нам, вот, чтобы побыстрее бы, вот, лишь бы бабла срубить. Да, вот побыстрее бы, но мы пришли сюда, чтобы получать и удовольствие от хороших вещей тоже, и Бог знает, да, и у Него все так устроено, что есть вещи на этой земле для нас, которые нас будут удовлетворять, понимаете или нет? Потому что многие иногда так переживают расстаться со своими там какими-то грехами и какими-то делами, и не видит себя без этого. Я согласен, что есть какие-то вещи, без которых сначала себя трудно увидеть. Они держат, мы их любим, они как бы наши, внутри нас, мы уже на них согласились. И у кого-то иногда там и с заработком что-то такое связано. Но самое главное, чтобы мы искали Бога. И все. И если мы будем искать Бога, не сначала станем праведными такими, да, все оставим и придем к Богу. А смысл заключается в том, что Бог как раз, написано, Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это имеет духовное значение. Это действительно имеет буквальное значение, что Он умер, да, мы еще даже не родились, Он уже умер. Но самое главное значение, это имеет духовное значение, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он уже знает, что мы сделаем, что нам трудно оставить и так далее. И Он не говорит сначала оставь, потом следуй. Понимаете или нет? Он говорит, что следуй, ну как бы, да, прими меня, прими мое прощение, прими эту любовь, прими благодать. И это то, что, о чем мы говорили обычно. И в прошлый раз говорили, в Библии это много описывается, да, что мы спасены в надежде, и мы томимся, ожидая искупления нашего тела, ожидая того, что мы получим эту свободу. И вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Помните этот стих? Но до этого было сказано, что если вы будете продолжать следовать моему учению. Поэтому для меня уже давно слово «продолжать» является самым главным словом в этом всем отрезке. У меня даже шутка есть, кто знает Володя человека, я помню, это откровение получил, находясь еще в Самаре, и поделился с ним, и оно... Стучит кто-то? Или там что-то, да, переключилось. И оно вот как бы коснулось, действительно, да, в нем что-то было, что познание истины заключается в слове «продолжать». Что такое слово «продолжать» означает? Не останавливаться. Правильно? Не останавливаться, не прерываться, не переобуваться, да? Не лукавить, просто продолжать. Трудно, но продолжать. Пауза, но потом опять продолжать. И понимаете, потому что ну, Бог, Он знает что-то, что не знаем мы, знает будущее. И вот по поводу этого слова «продолжать», я помню, я ему звонил уже, там, я не знаю, лет через 7-8, и говорю: «Володь, привет, как дела?» Он говорит: «Я продолжаю». Я говорю: «Аминь, брат». То, что, может быть, он думал, что я не продолжаю, я говорю: «Я тоже продолжаю, я просто здесь». Ну, вы сами знаете, да, в нашей такой иногда борьбе, что, типа, тот, кто ушел оттуда, думаю, как будто бы ты не продолжаешь. Мы здесь тоже продолжаем, поэтому привет передаем вам, аминь. Вот, поэтому самое главное — это следовать за Иисусом. Просто мы должны понять, что это значит, да. Сейчас вот физически следовать за Иисусом — это бред, правильно или нет? Потому что, как? Его нет уже, тело здесь, да? И есть очень хороший стих, 2 Коринфянам, 5 глава, 12 стих. Я его озвучивал, но просто вот хочу вам его прочитать. Пятое, 12. О, что такое? А, ну там просто 12. Сам стих не 12. Да? Сейчас я скажу, какой стих. 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». «Если же и знали Христа по плоти, — Павел говорит, — то теперь уже не знаем». Вот это я хотел вам оставить немножко, да, для того, чтобы мы поняли, что это значит. Что существует... этапы определенной христианской жизни. Когда вначале ты знаешь Христа по плоти. Что это значит — знать Христа по плоти? Можешь? Не работают мысленные процессы пока, да? Ну, например, посмотреть фильм про Иисуса, да? Прочитать Евангелие, да, увидеть вот эти первые картинки, да, иллюстрации определенные, да, где Иисус ходит со своими учениками, вот, да, такой вот, помните, да, образы такие, да, которые нам даются. И почему это значит знать Христа по плоти? Ну, потому что это вот первое восприятие, да, Христа по плоти. То есть мы не можем, написано, что не духовный сначала, но душевный. Знаете, да? 1 Коринфянам написано: сначала рождается душевный человек. Мы как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, мы не можем сразу Христа по духу познать. Например, пример апостола Павла. Вот как будто бы, да, мы можем сказать, что он встретился с Христом сразу по духу, да? Но было время, когда он знал Христа по плоти. Это было время, когда он его гнал. Правильно или нет? То есть у него тоже был этот этап. Поэтому как бы вот у человека в любом случае есть этот этап. Как христианин душевный ты двигаешься, да, просто это первое твое знакомство, да, ты вот уже вроде как и христианин, даже если ты сказал Богу «да», это все равно знать Христа по плоти. Даже если ты говоришь Богу «нет», это тоже знать Христа по плоти. Понимаете или не понимаете? Поэтому просто первое наше знакомство, первая наша встреча с Библией, вот с этими иллюстрациями, вот с этой вот вообще историей всей, это и есть, в принципе, знать Христа по плоти. Просто вот узнаешь информацию сначала, первоначальную, которая имеет в себе на самом деле основное — это духовную информацию. Скажи аминь. Потому что духовная информация — это самая главная информация. Потому что наша цель на этой земле — это узнать Христа в духе, познать Христа в духе. познать Христа по духу. Аминь. Аминь. Многие не могут еще сказать аминь, потому что, ну, еще не понимают, о чем я говорю. И вот узнать Христа по духу, это когда Христос откроется. Вот Володя сегодня открывал, и он говорил, вот Христос близко, вот он рядом с нами, понимаете? И это тоже знать Христа по плоти. Знаете почему? Потому что когда Христос открывается по духу, где он открывается? Внутри тебя. Внутри тебя. Поэтому однажды Павел, он сказал такие слова, что Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Во мне. Представляете, как нужно, какое откровение нужно получить, что Павел говорит, что Бог Христа в нем открыл. В нем, можно сказать, гордый, можно сказать, Павел, ты улетел, ты перепутал там и так далее. Но вот именно вот в этом вот и заключается часто наши вот нестыковки. Нам не хватает дерзновения поверить в то, что Христос в нас обитает, в нас открывается, и мы можем становиться Христом. Не верите? Не верите. Трудно верить в это. Но именно про это Павел и говорит. Открыл во мне Христа. И именно когда Павел с этим встретился, он говорит, тогда я решил отказаться от всего, того, что было до этого. Все почитают щитой ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. И это не познание, которое происходит снаружи тебя, рядом с тобой. Это ошибка, это большая ошибка. Потому что основное познание происходит внутри нас. Внутри нас. Это когда Бог начинает действительно открывать в нас Его план. Понимаете? И мы начинаем сталкиваться с такой информацией, от которой сносит крышу, если честно. Когда мы начнем сталкиваться с этой информацией, это действительно уносит крышу, потому что Бог тебе начинает открывать, знаете что? Он открывает тебе будущее. Он открывает тебе такую информацию, что Он знал тебя до рождения тебя. Что, понимаете, что Христос, Он предизбран, предопределен. И тогда, когда вот мы, да, начинаем познавать Христа, мы тоже начинаем, оказывается, сталкиваться с этой информацией. Оказывается, я-то тоже предизбран. Оказывается, про меня-то тоже в книге написано. Кто хотел бы, чтобы про него было написано в книге? Я надеюсь, что вы многие бы хотели. Потому что Иисус сказал, что не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Не радуйтесь тому, что вот вы можете делать здесь, на земле. Радуйтесь чему? Потому что имена ваши в книге написаны. Действительно имена. Помните, действительно мы видим, что имена этих апостолов, они буквально написаны в книге. Правильно или нет? Павел, Матфей, Левий, Петр. И все, и мы до сих пор их всех знаем. И это не шутка, понимаете? И ну это действительно вот ну так. И мы знаем, что в историю вошли очень много людей, которых имена написаны в книге. И все. Поэтому, про что я здесь хочу сказать? Вообще сегодняшняя проповедь, она должна, ну вот, я не знал, как я в нее войду. Я, вот, верите в это, не верите, шутка, не шутка, я на небе побывал. Верите? Нет? Вот Володя уже говорит, верим, потому что я ему рассказал. Но я просто, когда побывал на небе, я понял, что это такое побывать на небе. Знаете, я вам сейчас не расскажу вот эти вот образы. Я встретился с апостолом Петром, я встретился с Павлом, с Давидом, там, с Христом. Но я сначала пошутил об этом, сказал ребятам, я говорю, вот, ну, я даже Сереге говорю, я вообще на небе, я говорю, я сейчас, там, когда вот среди недели. Что это значит быть захваченным на небо? Это да, восхищенным, да, на небо. Это вот действительно переживание Бога, когда Бог открывает тебе что-то, что может открыть только Бог. Когда действительно открывается небо, и когда вот в твою жизнь приходит какая-то такая информация, от которой ты вообще просто в шоке. Вот пример могу вам просто привести про апостола Павла. Вы знаете, да, про апостола Павла? И написано, он говорил, что у меня были такие откровения, что вообще. И помните, он говорил, что мне готовится венец. Да, он говорит, я знаю, мне готовится венец, ему Бог открыл. Другими словами, вот этот человек, он тоже как бы был на небе. То есть ему было что-то открыто такое, что вообще вот с его той реальной жизнью, в которой он находился, это было трудно совместить. Просто. А теперь что ему было открыто? Как вот вы думаете? Кто такой Павел вообще? Вот представляете, когда человеку, который живет в своей обыденной жизни, борется там, да, вот мы знаем, как жил Павел, правильно? Его били, камнями побивали, не принимали, с ним спорили, его в церквях не принимали в некоторых, представляете? Не принимали апостола Павла в некоторых церквях, противились там его слову. Он собирал деньги, он вынужден уговаривать, там был, дайте денег на святых, туда-сюда. И вот он занимался вот этой вот работой. И представляете, вот Бог ему открывает. Он говорит, что ему было открыто. Ему Бог открывает, кто он. А кто он? Представляете, по истории, кто он? Человек, который написал половину Нового Завета. Да? Вот он там варится, а Бог ему уже открывает. Вот нас с вами, вот эти поколения, которые будут идти после него, вот этот вклад, который он сейчас вносит в дело Божье вообще. Вы знаете имя, да, апостол Павел. И Бог ему это открывает. Вот этому Павлу, который еще, и представляете, да, вот это и есть быть на небе. То есть, когда ты, твое физическое тело, оно здесь, но Бог его уже забрасывает туда и открывает ему эту информацию. Кто такой Павел, какова его роль в истории, какое дело он сейчас делает, да? Кто он перед ним, и сколько плода он принесет, сколько людей будут идти по этому плоду и труду. Круто, нет? Круто или нет? А вы хотите, чтобы вам Бог открыл что-то будущее про вас? Или вы думаете, что у Бога нет какого-то будущего для нас? Вот поэтому, как бы, я бы так сказал, мне Бог приоткрыл. Приоткрыл будущее, и мне уже хватило. И я это назвал, что он меня на небо забрал, унес, и я просто был в шоке вообще. Я просто вот в шоке от той информации, которую мне пришлось переваривать. Но слава Богу, я сейчас как бы, ну, я знаю, что я взрослый христианин, и я эмоции могу как бы вот уже контролировать, держать вот от этих вот каких-то откровений, от которых... Потому что если я сейчас расскажу вам эти откровения, то, что Бог мне открыл, вы скажете, тебя в Кащенко надо увезти, да, или куда-нибудь там, на Нагорную, понимаете? Ну, действительно так, потому что, да, Володя? Вот Володя знает, я ему рассказал какие-то моменты, потому что действительно, ну, трудно, будучи здесь, на земле, вот в этих стесненных обстоятельствах, просто вот в этой обычной жизни воспринимать. Представляете то, что, ну, вот Христос же, он тоже был человеком. Вы понимаете это или нет? Что он был человек. Что он когда... Потому что там однажды написано, когда он крестился, там крестители, и разверзлись ему небеса, когда он вышел из воды. Что это означает? И разверзлись ему небеса. Вот это и означает. Ему стал понятен, открыт духовный мир. Это вот и есть, как бы, вот его... Он духом своим, как бы, увидел всю эту картину, которая предстоит ему исполнить. Понимаете? Представьте, вот он как бы жил, как обычный человек, работал. Внутри были наверняка какие-то, да, такие моменты, что ему открыто, что он кто-то, да, великий, перед Богом что-то. Но вот написано, небеса отверзлись, когда он погрузился и когда он вышел из воды. Можно спорить об этом, можно не спорить, да. Религиозные люди сразу мне скажут, что он все знал, он все видел, но он не компьютер был, понимаете? Он духом получал эту информацию, от духа получал, из писаний получал. Вот, например, такой момент, помните, то есть, потому что человеку нельзя знать будущее. Даже сам Иисус говорит, помните, когда его спрашивают ученики, когда восстановишь царство? Помните или нет? Он говорит, а 7 дней не знает никто, ни сын, ни ангелы, но только отец знает. Отец знает, соответственно, эта информация есть, но есть вещи, которые даже Иисусу не открыты были, понимаете? То есть он тоже черпал свою информацию, но он шел по Писанию, он знал Писание. Помните, когда его однажды хотели, там, иудеи, написано, его хотели убить в какое-то время, да, охотились там за ним. И он говорит, идем в Иудею опять. Ему ученики говорят, ну, тебя там убить хотели, ты куда? Он говорит, не 12 ли часов в дне? Да, или там, он говорит, не бывает, чтобы пророк был побит вне Иерусалима. Понимаете, то есть это о чем говорит? Что не то, чтобы он вот все знает, но он просто понимает эти принципы, которые должны произойти, как должно произойти, ну и знает вот, что точно с ним ничего не произойдет. Понимаете, для чего нужно знать будущее? Нет? Хотите знать будущее? Хотите или нет? Хотим. Нет. Это опасная информация. Потому что я бы так сказал, я и хочу, и не хочу. Я что-то хочу знать, а что-то не хочу знать. Потому что если... Помните, когда Павла Бог призывает? Он говорит то, что... Помните, там Анания противился и говорил то, что он гнал церковь, там, как я вот могу пойти, на него руки... Бог говорит, ты иди и делай, говорит. Я ему сам покажу, сколько ему нужно пострадать за имя мое. Помните, нет? И вот Павлу, ему вместе с этой видением его картины будущего, ему также было открыто, сколько он будет страдать за имя. Я вот так сказал, что мне пока не открыто вот это, сколько страдать, и я не особо хочу узнать, сколько страдать, но я одно понимаю, что если мы хотим много для Бога сделать, придется страдать. Потому что это, ну, как бы это нормально, иметь жало в плоти, помните, Павлу было дано, да, тебе дано жало вплоть, что благодати моей достаточно для тебя, ибо сила моя совершается, когда ты немощен и слаб. Поэтому Бог оставляет ему какое-то жало, да, какую-то нерешенную проблему, какое-то мучение такое, которое его напрягает, мучится. Мы можем только догадываться об этом. Есть очень много всяких интересных версий, но именно вот Павел так написал, для того, чтобы мы могли тоже туда свое вставлять. Правильно или нет? Свое жало, и неважно, какое оно. Вот, но есть такой стих, вот недавно меня на него когда бросануло, Фессалоникийцам, 5 глава, 20 стих. Когда там Павел, вот, ну давайте мы 1 Фессалоникийцам, раз уж мы туда пошли. Я вот с 17 прочитаю, как Павел вот это... Непрестанно молитесь, за все благодарите, и такова от вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчество не унижайте. Все испытывайте, хорошего держите. То есть Павел дает конкретные практические советы. Молитесь, благодарите, духа не угашайте. И еще дает один такой совет, очень интересный. Пророчество не унижайте. Пророчество не унижайте. Именно такая формулировка. И что это значит, пророчество не унижайте? Что такое пророчество? Пророчество – это, ну, такая вот короткая формулировка. Это произнесенное в твою жизнь слово духом. Это слово может быть произнесено через обычного человека. Но вот когда Павел Тимофею говорит, он говорит, ты тоже не забывай пророчество, которое тебе было сказано при возложении на тебя рук. Помните, да? То есть, да, не забывай вот этих слов, не забывай вот этих моментов, потому что они важны. И вот тут он тоже говорит, пророчество не уничижайте. Не уничижайте. Понимаете, мы иногда хотим слова, чистоту слова, правильное понимание и так далее. Но если мы посмотрим, какие войны идут, какие баталии идут, правильное, неправильное, буквальное, небуквальное понимание слова и так далее. И иногда трудно разобраться, что есть правильно, что неправильно. Но Павел говорит, пророчество не уничижайте. Потому что Бог имеет такую способность через христиан, наполненных Духом Святым, говорить в твою жизнь. Он, понимаете? И сказал, как будто бы человек, произнес какие-то слова. Они запали в твой разум, засели. Ты как, не знаю, как это вам объяснить, но ты как принял это верой, ты как почувствовал, ты захотел принять это верой. Ты услышал как бы это, и все, ты поверил. И это и есть пророчество. Поэтому... Я знаю, что есть много людей среди вас, которые имеют пророчество в своей жизни. Имеют, потому что я верю, потому что это по духу, потому что это по Богу, потому что это по Библии. Я недавно, вот мы разговаривали с одним человеком, который очень жестко упал в своей жизни. Очень жестко упал в своей жизни, и даже представить невозможно, как выбираться из этой ямы. Но мы нашли такой момент в его жизни, когда он слышал в свою жизнь пророчество. И мы, когда с ним разговаривали, выяснилось, что это пророчество его еще не исполнилось. Но он когда-то делал шаги вот эти, как бы перед Богом, что именно, чтобы это пророчество его, в нем исполнилось. Он там жил в Испании и получил пророчество, что ему нужно ехать в Россию. Да, и он не особо хотел уезжать из Испании и так далее, но он получил это пророчество в своем духе. Он подчинился этому пророчеству, он поехал. И мы видим, как определенные проблемы произошли в его жизни после этого. Да? Он вроде хотел и с Богом быть, хотел и Божью волю исполнять, но так как-то закрутил, и вот он говорит, что, ну, не знаю, вот, было ведь слово-то, да? И мы говорим, ну, подожди, наверное, еще не исполнилось. Может быть, Бог тебя проводит именно через ту яму, которую ты проходишь, через ту проблему, потому что это в Его плане. Вот Моисей. Вспомните, как Моисей в своей духовной жизни двигался. Он знал, кто он. Правильно или нет? Где-то он чувствовал. Он это понимал, потому что был спасен определенным образом. Помните? Когда всех убивали, младенцев, его чудесным образом в люльку положили, отправили по реке, и эта люлька приплыла туда, где купалась дочка фараона, и она его взяла, усыновила, он стал сыном дочери фараона. Вот оно тоже пророчество. Понимаете, вот оно пророчество такое в чистом виде. То есть какие-то такие обстоятельства, которые произошли, чудесное спасение. У кого есть в жизни опыты с Богом, когда ты переживал какое-то чудесное спасение? Я не знаю, там шел ты через дорогу, и вдруг тебя крикнули, ты остановился, и в этот момент пронесся какой-то там грузовик, я не знаю, и ты понял, что тебя спасло что-то, что для чего-то ты важен, для чего-то ты создан. Есть у кого-то такие вещи в жизни? Ну, есть или нет? Мне кажется, у каждого есть. У кого нет? Скажите мне. Опять нет. Есть. Мне действительно есть. Я помню, в моей жизни эти моменты были. Это вот тоже касается того, что, ну, это говорит в твою жизнь о том, что ты предизбран, предопределен. И Бог нам это говорит. И я сейчас это докажу вам Писанием. Именно вам Писанием докажу. Вы не думайте, что предизбран только Павел, только еще кто-то. Потому что предизбраны все, кто во Христе. Все, кто принимает Христа, становится предизбранным Богом, предопределенным для определенной миссии в своей жизни. Понимаете, что у Бога есть еще миссия в твоей жизни. И вот Моисей, он сталкивается вот с этим пророчеством, вот он растет в доме дочери фараона, и однажды, когда, наверное, он подрос, ему рассказывают, как это все произошло, он сводит концы с концами, что тогда убивали младенцев. Вы знаете, что вот в 90-е годы, особенно те, которые... Ну, у меня вот есть это какое-то внутреннее тоже пророчество про нас, про наше поколение, что вот именно наше поколение, именно вот в России через 90-е годы была какая-то вот массовая атака на молодежь. Через, ну, да, через наркотики, через вот этот бандитизм, через преступность, да? Угу. Мы с кем не разговариваем, говорят, все мои уже лежат. Вот у меня есть там друзья, моя банда, моя команда, и лежат. В рядочек все. Можно считать. А я почему-то жив. Понимаете? И как я с этим буду жить? Я лучше буду считать, что это Божье спасение в моей жизни. Что это Божья рука, которая вот для чего-то это сделала. Понимаете? Бог не делает просто так вещи. И мы видим, что вот именно по Библии, именно пророчески, да, Бог для чего-то делает иногда какие-то вещи. И это самое лучшее блаженство, узнать про себя. Понимаете, что самое интересное, что мы можем узнать, понимаете, можем узнать свою миссию, часть своей миссии. Я не знаю, что Бог скажет тебе именно, да, для того, чтобы кто ты вообще. Верите вы этого или нет? Я столкнулся когда с этим, у меня аж мурашки по коже. Я поэтому и назвал, что это, что на небе побывал. Когда Бог мне открыл часть моего предназначения, нашего предназначения. Потому что я одно знаю, что я это вы это я, мы вместе, мы церковь, мы сейчас здесь, живем в это время, да, и мы ищем Бога от всего сердца. И мы определенным образом были спасены в свое время. И мы одно знаем, что мы еще не выполнили свою миссию. Или кто-то знает, что он уже выполнил свою миссию. Я знаю, что я не выполнил свою миссию, но я хочу узнать свою миссию, чтобы ее выполнить. Я хочу узнать это предопределение, то, что мне Богом предначертано, предопределено, понимаете, чтобы войти и исполнить, во что бы то ни стало. И вот Моисей, он в свое время, он входит вот в эту информацию сначала только, в это пророчество о себе, что он какой-то крутой, что он определенным образом был спасен. Он просто сравнивает, и он понимает в своем сердце, что он спаситель своего народа. Правильно? Он стоит на такой позиции, сын дочери фараона. Такая крутая позиция в то время. И он понимает, что у него в сердце его начинает наполняться вот этим побуждением помочь своему народу. Да? Он еще не знает совершенно, как помочь своему народу, Да, но миссию он получает правильно. Правильно или нет? Он правильно миссию получил? Правильно. Правильно он миссию получил. И он делает вот эти шаги. Он, помните еще, какие шаги он делает, да? Он видит однажды, едет там, да, на коне, или, ну, в фильме на коне. Извините, что я так интерпретирую. Но он видит однажды, как один египтянин избивает израильтянина из его народа. И написано, что он так возмутился духом, что он его просто взял и убил, этого египтянина, за то, что тот обижал человека из его народа. Хотя он по факту был сам египтянин. Ну, как бы вот, да, он сын дочери фараона. Старались скрывать эту информацию, наверняка как-то, да, и может быть он или что, но вот это вот побуждение в его сердце заставляет его сделать, он убивает этого египтянина, закапывает его, да. На следующий день написано, он идет и видит, как два израильтяна ссорятся, израильтянина. Помните, что он делает, да, он говорит, братья, зачем вы ссорите? То есть он начинает исполнять вот эту свою миссию по побуждению сердца, то есть по тому, кто он. И они ему злые такие говорят, что тебе надо от нас? Ты вообще кто такой, чтобы нас судить? То есть они-то не знают, кто он. Он же им не рассказал, да, правильно или нет, что он был чудесным образом спасен, что он тоже... И... Они наверняка даже не знают, что он израильтянин. Там люди все смуглые, загорелые, все похожие. Не знаю я, знали, не знали, но кто тебя поставил нас судить? Или ты тоже хочешь нас убить, как ты убил вчера того египтянина? И он в страхе, в трепете, он сокрушен, он попытается из своих побуждений вот войти вот в эту свою миссию. Ну что происходит? На него облава, на него атака, и его хотят убить египтяне, потому что узнали, что он убил египтянина там, и так далее. Им не важно, что он сын дочери фараона, на него гонение, он убегает. Он убегает в пустыню. Представляете, вот человек, получивший откровение в духе, от духа, кто он, пытающийся войти в свое призвание, как бы пытается в него войти, и ничего не получается совершенно. Ничего не получается. Поэтому, к чему я это говорю? Я говорю, что это нормально, когда у нас не получается. Иногда. Когда есть определенный процесс времени, когда мы получили, мы пробовали жить этой христианской полной жизнью кто-то, да, но вот что-то так произошло, что не пошло, что где-то споткнулся, был вынесен там и так далее. Вы знаете, что вот это все входит, для меня это все входит в план Божий. Потому что вот эта попытка, она тоже важна, что он хотел войти, именно из-за этого он был выброшен в пустыню, и именно там вот в пустыне 40 лет. Представляете, 40 лет хранить в сердце твоем, кто ты, и не иметь возможности войти в это призвание. Но однажды куст загорелся, однажды голос начал говорить, однажды открылась полная картина того, кто он, и как он будет действовать. Однажды пришла эта полная сила. Понимаете, я просто через эту ситуацию понимаю одно, что Бог готовит нас. Понимаете? Я верю в это. Через наши обстоятельства, через нашу бытовуху, через наши попытки, через что бы то ни было. И я хочу верить в одно, что ничто не сможет остановить Бога. Ничто не сможет. Ни наше неверие, ни наши ошибки, ничто. Я в это верю. Я хочу в это верить. Потому что и я лучше избираю в это верить. Я побуждаю вас в это верить, потому что, много призванных, да, но мало избранных. Кем ты хочешь быть? Как ты отвечаешь внутри себя этот вопрос? Если у тебя вера внутри себя сказать, я хочу быть избранным, я избранным, избранный. Помните, однажды там слепые пришли к Иисусу и говорят, Господи, сделай нас зрячими, видеть хотим. Он говорит, верите, что могу вас сделать зрячим? Веришь, мальчик? Нет. Точно веришь? Точно. Ага. Понимаете, вот Иисус, он однажды так спрашивал, верите, верите, будет вам по вере вашей, будет тебе по вере вашей. Но действительно так, понимаете, действительно так, и он говорит, и все, и раз, и у них глаза открываются. Вот что у них там, сумки веры были, я знаю, что они обычные люди были, они просто сделали это решение внутри себя верить, захотели верить, не захотели сомневаться, не захотели быть среди тех, которые не ищут Бога, не верят. И у них на первом плане сначала неверие стоит, недоверие, но вера, но открыть, но я хочу, чтобы это было про меня, я хочу, чтобы это было для меня, я хочу полноту Божью в своей жизни. Вы знаете, что вот есть эта притча про семена, когда вот этот сеятель сеял, помните, там семена были семя, которое упало в хорошую почву, да? И что написано? Принесло плод в 30, в 60 и в 100. Да? И мы видим, о чем это нам говорит? Что ну, есть 30, есть 60, есть 100. И мы можем войти в свои 30, можем войти в свои 60 и можем войти в свои 100. В какие мы хотим войти? В 100 или в 30? Есть, я верю, что есть люди, которые рождены в 30 принести. Но для людей, которые рождены принести в 30 раз, это есть для них 100%. Поэтому он будет блажен, принося свои 30, и это будет для него 100. Понимаете или нет? 100% от его талантов. Поэтому в Библии тоже написано, кому-то дал 1, кому-то дал 2, кому-то дал 5. Но этот 1, он для него был 100. Поэтому, если мы захотим искать для себя оправдания и искать какие-то, мы их тоже найдем, для того, чтобы вот, ну, не двигаться. Но я просто хочу вам сейчас стихи эти читать, потому что я бы не хотел, чтобы вы остались именно, ну вот просто, да, вот я вам там рассказал, но мне важно, чтобы вы прочитали, как это звучит в Библии. Понимаете, потому что действительно существует эта ситуация, когда Бог откроет тебе, кто ты. Я вам говорю, я это пережил, я это переживаю, и я в шоке просто от этого. Я сам не верил, что со мной могут какие-то такие вещи произойти в моей жизни. Но поэтому я за то, чтобы вы тоже побывали на небе, чтобы вы побывали вот в этой духовной сфере откровения, где ты просто Бог духом тебе откроет. Давайте, не буду вас томить, давайте мы откроем этот стих. Коринфянам. 1. Второе. 1 Коринфянам, 2 глава. Давайте я 7 стиха вам прочитаю. Потому что тут вообще каждый стих, каждое слово, я не знаю, это просто как елей на душу, но для того, кто понимает. «Но проповедую премудрость Божью, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». К славе нашей. Представляете, да? Что мы проповедуем? Премудрость, тайную и сокровенную, которую Бог предназначил к славе нашей. Не только к Его к славе, но к нашей славе тоже. Мы можем быть соучастниками Его славы. Мы можем, то есть, стать кем-то, чем-то таким, что вообще, который никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славу. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на то сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его. Видите, как Павел пишет? Да, это написано в Библии, он цитирует, что не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило того на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. И вы знаете, религиозные люди иногда, или мы, когда мы знаем только Христа по плоти, мы часто вырываем этот стих из контекста и говорим, не видел того глаз. Вот да, открываем собрание, не слышало того уха, не приходило на ум человек, что Бог приготовил любящим его. Да? И мы вот так вот всем говорим, такая тайна, есть что-то, что не видел глаз, не слышало ухо, и вот когда-то это будет, и, ну, короче, ты такой растрогавшийся на эмоциях, просто такой, что-то там приготовлено. Так мы воспринимаем этот стих. Но тут написано совсем не так. Мы читаем сейчас следующий стих. А нам Бог открыл это Духом Своим. Дух проницает все и глубины Божьи. Аминь. Аминь. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает. Понимаете, что Бог, Он готов Духом открывать. Понимаете, что это да, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Понимаете, то есть Бог готов открывать Духом нам. Понимаете, нам... Все, что нам нужно, чтобы с нами произошло, это чтобы мы перестали знать Христа по плоти, чтобы нам начало открываться, кто мы в Нем. Понимаете? Чтобы нам начал открываться вот этот тайный замысел премудрости Божьей, что для нас есть план, для каждого из нас. Верите или нет? Я готов доказывать вам это в Библии. Помните Петра, да, когда Иисус спрашивает его, а за кого вы почитаете меня? Помните, он говорит, за Христа Божия. Он говорит, блажен ты, Симон Петр, ибо не плоть и кровь открыли тебе меня, но Отец Небесный. А дальше помните, что он сказал? Истинно говорю тебе, ты, Петр, и на тебе я построю, да, ну как бы, да, ты камень, да, и на камне этом я построю церковь, и врата ада не одолеют его, и дам тебе ключи, и ты что свяжешь, что... Представляете, он ему открывает его духовное служение. Кто будет Петр, что будет Петр делать, что... Он ему открывает какую-то такую картину, которую Петр еще вообще даже не понимает, о чем Иисус говорит. Понимаете? Но это было время, когда он знал вот это пророчество Петру, которое, да, ну, вот так действует пророчество, что для него существует будущее, понимаете? Для чего нам надо знать будущее? Для того, чтобы иметь силу, для того, чтобы иметь спокойствие, потому что Петр однажды пользуется этим. Знаете, когда Петр этим пользуется? Когда спит в темнице. Однажды Петра схватили, и на следующее утро его должны были убить. Понимаете или нет? Просто должны были убить, потому что, и все факты на это свидетельствовали, потому что написано, до этого убили Иакова. Знаете, Иисус Иакову не говорил, я тебе дам ключи, ты будешь то-то, то-то, то-то. Иаков был один тоже интересный очень такой феномен, который именно был для этого предызбран, предназначен. Да, знаете, что Иисус брал троих учеников, Иаков, Иоанн и Петр. И... Петру он сказал, я тебе дам ключи, ты будешь связывать, развязывать, ты будешь церковь строить. Иоанну он говорит, то, что, помните, он тоже ему было пророчество, тебе что до него, ты иди, а если я хочу, чтобы он прибыл до того, как я приду. Помните, были такие слова, но Иакову не было сказано ничего. Но Иакову постоянно Господь брал на гору, на воскрешение дочери Иаира, там, да, на вот в эти очень интересные моменты. И нам не написано, открыто Иакову было, что он первым прославит Христа мученической смертью или нет, да? Но он это сделал. Это тоже определенное предизбрание определенного человека для определенной миссии, согласны со мной или нет? И мы видим, что по Библии Бог ни в чем не обманул его, он его так любил, он брал его вот в эту группу, мы нигде не слышим, Иаков что-то говорил, не говорил, просто вот... И его тоже. Это... Петр, Иоанн, мои любимые, и Аяков, а ты что? Ты тоже. Хочешь такую судьбу, морщик? Но, понимаете, для этого человека было, это тоже привилегия, его имя написано в книге жизни. Он первый, кто отдал свою жизнь за Христа, кто просто вот склонился. Но что самое интересное, я говорю, что дает нам это откровение? Да, что дает нам откровение будущего, того, кто мы, это пророчество там, и так далее, что дает нам вот это спокойствие вот в этих сложных ситуациях, когда Петр, знаете, да, он просто спал, написано. Петра на следующее утро должны были вывести, должны были его казнить там прилюдно, потому что до этого казнили Иакова. Все, гонение было объявлено, им ничего не могло помешать им это сделать. Просто вот физически все, у них армия, у них люди, у них все. А у Петра пророчество. Понимаете? У Петра пророчество. У Петра слово Христа, которое ему было сказано открыто. Так он спать лег. Понимаете или нет? Он просто лег спать. И написано, ангел пришел, разбудил, встань, оденься, обулся. Там вся церковь молилась за Петра. Может быть, пророчество вспоминали. Вывел его, все, провел. И мы видим, сверхъестественным образом Петр был освобожден. Понимаете, что это значит иногда, да, знать про себя, да, миссию свою, да, или вот, ну, иметь вот это побуждение, да, иметь это откровение, пророчество того, что мы, кто мы можем быть для Христа. И я верю, что Бог есть среди вас люди, среди тех, кто меня, может быть, слушает, что у них есть пророчества определенные, поэтому мы должны... Вот как там написано, не уничижайте пророчество. Понимаете, что я вам вот прочитал вначале? Не уничижайте. Не думайте, что это вот Бог забыл там, да, и вот было сказано, ну, не знаю, человек, наверное, я перепутал, наверное, там и так далее. Это все будет зависеть от того, не уничижишь ли ты сам это пророчество. Поэтому Павел напоминает Тимофею, говорит, ты помни, что было про тебя сказано при возложении рук. Ты обязательно возгревай дар, ты продолжай быть служителем, быть добрым воином Иисуса Христа и так далее. Он его побуждает вспоминать это пророчество. Поэтому это очень важный момент, это христианский момент. Мы когда-нибудь еще поговорим с вами о пророчестве, вообще, да, погрузимся там, да, может быть, в учении, потому что есть очень интересные вот эти моменты, что это такое пророчество, как оно дается, да, как оно принимается и какова его вообще практика. Но сегодня мы просто вот говорим о вот это вот предизбрание, да, и то, что мы сегодня прочитали, что не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило даже на ум человеку, но Бог, написано, открыл нам это духом, понимаете, духом. И это возможно, когда Бог открывает духом тебе, кто ты для Него, что ты сделаешь, что ты будешь делать. Я не знаю, в какой полноте, в какой мере, да. Я просто верю в одно, что, ну, как я молился, например. Я же говорю, у меня это все вот произошло и происходит весь год. Вот этот вот, да, как мы начали служение, как начали служить. Бог начал просто духом открывать эти вещи. И временами бывает тяжело, но ты понимаешь, что когда Бог задействовал столько сил, да, задействовал столько вот моментов, знамений там и так далее, моментов, говоря, открывая духом предназначение, предизбрание, определенное время, и все вот эти вот моменты, ты думаешь, ну, неужели может не застояться? Неужели может что-то измениться? Поэтому, если Бог за нас, кто против нас? И вот, понимаете, вот христианская уверенность, она должна быть такая. Она должна быть такая, вот как Петр спал, все. Потому что знал, что, ну, Бог должен измениться, чтобы меня убили. А Бог не изменится. Бог верный, Бог сказал свое слово. Поэтому я спать. Понимаете, и круто, когда, правильно или нет, круто, когда у нас будут какие-то сложности, будут какие-то проблемы, но мы можем вот просто вспоминать Слово Божие, вспоминать свое пророчество, да, понимать и уже смотреть. Точно так же действует Павел. Очень тоже интересный момент, когда Павел, последнее кораблекрушение, помните вот это Павла, когда он плыл в Рим, написано. У него тоже было слово, у него тоже было пророчество его жизни. У него, он так это даже описывал. Помните, когда он заканчивал свои вот эти путешествия, в одном из последних городов пришел пророк и говорит, связал свои руки ремнем и говорит, так поступят с тем, чем... Взял Павла ремень, связал руки и говорит то, что так поступят с тем, который... чей этот ремень. И написано, его начали все уговаривать. Павел, не ходи в Иерусалим, потому что он говорит, что вы меня мучаете, что вы сокрушаете. Он говорит, я не просто там боюсь туда идти, я хочу туда пойти, потому что мне дух повсюду говорит, дух, что меня ждет, что я буду страдать, что меня там язык схватят, да, что меня куда-то повлекут. Но точно так же ему потом там в тюрьме, я не помню, он где-то свидетельствовал, вот в этом уже процессе ему Бог явился и сказал, не бойся, Павел, как ты свидетельствовал о мне здесь, ты будешь свидетельствовать о мне перед Кесарем в Риме. И все, Павел понял вот эту задумку Божью, что, представляете, там через тюрьму, через гонение, но он будет стоять перед императором всего мира и говорить о своей вере в Иисуса Христа. И примет на глазах у всех вот эту вот как бы смерть за Иисуса Христа, представляете, то есть Бог тоже ему открывал, и когда он это все видел, он наверняка был тоже в шоке. Но я сейчас вот хочу вернуться к этому кораблекрушению тоже, да, то есть как мы должны себя вести, да, вот Петр спал, например, а Павел действовал там определенным образом, потому что написано там, вот этот корабль носило 15 дней или 14 дней, не было ни дневного света, ни луны, ничего, вот просто шторм, качка, он предупреждал. Он предвидел это, у него было откровение, что до того, как отправились, он говорил кормчему там, или кому главному, что нельзя сейчас отправляться, но его не послушали. Да, другими словами, он мог понять, что он свою волю исполнил, ну, как бы свое, да, вот, предназначение, что он ошибки не сделал, он предупредил тоже, да, то, что знал. И вот они попадают в этот шторм, который 15 дней не заканчивается. Я думаю, мы не можем представить что-то такое. Если бы мы жили на море, там, наверное, ходили бы в море, мы бы, наверное, чуть-чуть бы могли представить, да? Но вот люди, когда их чуть-чуть покачивают, просто даже не в шторме, да, уже все зеленые, морская болезнь там и так далее. А это 15 дней. 15 дней не прекращается. Тебе надо за что-то держаться, вода хлобучит. Я не знаю, в фильмах все мы видели, да, что это такое, что такое сильный шторм, что такое качка. Ну, короче, смысл такой, что все написано. Они сначала первые дни там они побросали сначала товар побросали, потом вообще вещи свои все побросали, вот все побросали, вообще все оставили, ничего им уже не нужно было, только бы вот хоть какую-то иметь надежду на спасение. Но написано, там, по-моему, даже так написано, что там к какому-то дню исчезла всякая надежда на спасение. Все, надежда исчезла полностью. И вот тогда встает Павел, вот полностью исчезла надежда, и тогда встает Павел, вот в этот вот момент. И начинает говорить, знаете, никто не погибнет. Те на него смотрят, ну что, дурак, что ли? У нас уже вообще надежды нет. Вообще, для чего и как это никто не погибнет? Потому что я в Риме должен быть, и все. А Бог мне вот сказал ночью, что я тебе и всех остальных дарую. То есть, ну так как ты должен, и не может измениться его слово, не может этот план Божий, вот какой-то шторм, какая-то буря не может разрушить. Не знаю, что будет. И мы видим, что ничего сверхъестественного не происходит. Понимаете? И это вот, ну, это тоже тот символ, тот момент, который должны мы понять христиане, сейчас живущие в современное время. Потому что я хочу сегодня вот не просто проповедовать, я хочу немного пророчествовать. Про то, как вообще будет. Потому что вот конец времени, в котором мы сейчас живем, да, вот эти сложные времена, они как раз очень похожи на этот шторм, да, который вот штормит. И штормить будет до тех пор, пока не исчезнет всякая надежда. Пока люди не настолько не вот, ну, в депрессию там не уйдут, да, но надежда будет у тех, кто имеет Слово Божье, имеет вот это пророчество в свою жизнь, имеет вот это что-то большее, что просто у людей. Понимаете, как те, которые ходили на небо, те, которые приносили с неба эту информацию, те, которые имеют это пророчество, понимаете, и эти люди начнут не просто как бы жить, да, и выживут, но они еще спасут и остальных, те, которые рядом с ними, через то слово, которое есть у них, как Павел сделал, он их всех, написано, он их всех ободрил, он сказал, ободрите, никто не погибнет, потому что слово не изменится. Ну, потом он начал делать определенные вещи. Надо покушать. Покушали. Он увидел, там начали лодку запаковывать, чтобы спустить ее, и чтобы вот эти люди хотели убежать. Там уже, по-моему, уже дно начали нащупывать, что вроде как земля близко. И вот эти служителя, которые там служили, да, которые управляли, да, кораблем, они захотели, он почувствовал это. Понимаете, то есть, что они стали говорить, что мы сейчас лодку спустим для того, чтобы там посмотреть кое-что. Он говорит, ни в коем случае не дайте им это сделать, потому что сбегут, а если они сбегут, мы не спасемся. Все, отрубают канаты, лодки выбрасывают, и все, и те не сбегают, потому что это как раз люди, которые управляют кораблем. Я вообще вижу в этом пророческий смысл, пророческий символ того, что будет происходить, может быть, даже в ближайшее время с миром, то, что уже происходит, то, что вот этот шторм уже идет, то, что качка уже идет, то, что есть люди, которые всем как бы управляют и не слушают тех, которые могут сказать, что не нужно, да, определенных вещей делать, как не слушали Павла, но потом мы видим, что власть перетекла к Павлу, да, и все, и он начал как бы вот уже рулить, начал указывать. Поэтому и написано, что да, корабль погиб, но все спаслись. И что это значит, что это будет значить, я не знаю, не буду сейчас придумывать, есть определенные мысли там и так далее. Но я просто одно понимаю, что очень важно быть сегодня человеком, который имеет свою жизнь, живое настоящее Слово Божие, пророчество, которое, и причем оно есть для каждого. Я уверен, вот, я не знаю, вот этот случай с Никодимом мне так вот душу греет. Помните, мы говорили про Никодима, который вот пришел к Иисусу ночью сначала, потом он в середине Евангелия начинает за него заступаться среди своих фарисеев, а потом он исполняет эту Божью миссию, потому что про Иисуса было написано, и дали ему гроб со злодеями, но он был похоронен у богатого. И приходит этот Никодим и исполняет это Божье Слово. еще с другим человеком, просто входит вот в этот тоже план Божий, то, что имя его записано. То есть, представляете, как бы Бог открывает или потом, или сразу, да, что, ну, о твоей миссии. И вот я вижу, что вот эта вот миссия Никодима заключалась в том, чтобы просто похоронить Иисуса. Похоронить Иисуса как царя. Сделать этот очень сильный поступок в его жизни. Поэтому я говорю, что у Бога есть миссии. Есть эти пророчества, есть предназначение. Он хочет, чтобы его дети, они это исполнили. И это самое лучшее для его детей. Потому что написано, и мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Потому что вот воля Божья, это и есть тот план Божий для твоей жизни, тот самый лучший, для которого Он родил и предназначил тебя. Давайте еще прочитаем стихи по этому поводу. Римлянам 8 глава. Давайте с 28 прочитаем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Понимаете, это Слово Божье говорит. Это Павел говорит, то, что тем, кто любит Бога, все содействует ко благу. Ничто не сможет повредить, ничто не сможет остановить. И ничто, даже наши какие-то грехи, даже наши ошибки, да, даже наши попытки. Помните, да, я говорил, вот Моисей, он попробовал, да, был в пустыне, и можно было сказать, что ну все, наверное, ничего уже не произойдет, 40 лет ждать. Представляете, 40 лет ждать, пока человек начнет входить вот в то призвание, которое нужно. Поэтому я верю в то, что вот каждый именно для этого предопределен. Именно то, что мы часто не знаем, да? Мы можем духом чуть-чуть, да, пока мы еще младенцы, пока мы еще растем, по чуть-чуть где-то хватать эту информацию и складывать в своем сердце, да, и как бы, да, и верить в это, и просто верить в это. Но я верю, что вот как в Библии, однажды начнут небеса отверзаться. Однажды начнет приходить эта сила, как Моисею. Однажды все, вот он был для этого предназначен, да? И все, и Бог, ничто Бога не смогло остановить. Ни неверие Моисея, не то, что он уже вот разуверился, там, ну как-то вот, я не знаю, вот не быт вот этот вот, да? Не то, что он уже сам не хотел идти. Вот даже, наверное, что, понимаете? То есть там уже Бог начинает его призывать вот в тот момент, когда Моисей уже не хочет. Понимаете, он говорит, пошли другого. А? Понимаете, то есть он знает про себя все, но вот когда Бог начинает его по-настоящему призывать, он говорит, Бог, может другого лучше, а? Я тут, у меня язык какой-то не такой, я не тренировался долго, я уже доживаю здесь, я уже, ну понимаете, есть предопределение Божье. И вот это вот и 30, 60, и 100. Поэтому вот, ну, я вдохновлен. Вы чувствуете или нет, что я вдохновлен? Хотя бы я вдохновлен. Я просто вас хотел вдохновить. Для меня Бог вдохновил. Я вам говорю, я просто... Прошлое собрание я чувствовал, как будто я находился в каком-то вакууме. Помните, я говорил, я болею, я что-то вот, ну, я не чувствую. Я даже не чувствовал, что Бог что-то вообще мне говорит. Я что-то там говорил, но больше говорил по-научному. Но вот за эту неделю что-то произошло, что-то прорвалось. Я попал на это небо в духе. Я хочу понять, я хочу вам объяснить, что в этом нет ничего вот этого вот сверхъестественного, что я уснул, мне улетел туда, там белая труба, потом свет и потом сад, понимаете? И запах такой, запах, знаете, вот не было этого ничего. Понимаете, я слышал много таких свидетельств, что вот это вот рассказывали, но я... Когда вот сейчас сам там был, мне кажется, что они это все больше напридумывали. Но я не буду об этом как бы говорить. У всех по-разному там, да. Просто я понял, что такое, как бы вот это небо, это когда Бог тебе открывает такую информацию, он начинает просто вот, ты связываешь вот эти вот моменты, которые происходят с тобой во времени, ты просто в шоке. Просто в шоке. Бог тебе начинает говорить не какими-то маленькими кусочками из Библии. Мы иногда вырвем одно слово, да, и познать истину, истина сделает вас свободными. Но когда тебе начинают открываться целые куски Писания, которые просто вот начинают тебе свидетельствовать о тебе же, но во Христе. Понимаете? Я то, что вам хотел сказать, то, что здесь написано, что же он предопределил. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Понимаете, предузнал. До того, как ты даже родился, предузнал. Поэтому ты можешь вообще за это не бояться. Если доверить свою жизнь Богу на 100%, можно вообще не бояться ничего. Понимаете, ничего, нет смысла никакого бояться. Потому что предопределение и предназначение Божье, оно сбудется. Если ты будешь этого хотеть, будешь этому внимать, будешь послушен в те моменты, в которые нужно быть послушен, а ему на самом деле не трудно быть послушным. Когда ты ходишь в духе, и когда ты наполнен Словом Божьим и Его Духом, не трудно быть Богу послушным. Вот это не трудно. Понимаете, но все, что нам нужно, это искать Бога. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Понимаете, что он предопределил нам? Он нам предопределил стать такими же, как Христос. Такими же деятельными. Он сказал, вы сделаете гораздо больше. Кто способен к этому? Кто дерзнет на это? Кто поверит, что это для него? Кто поверит, что ты не просто Алексей, Леша, Сережа, Миша, Виталик? Да, Виталик? Христос в тебе. Понимаете? И он предопределил нам стать подобными. Я сегодня, наверное, больше не буду, потому что на самом деле я даже не ожидал, что вот, ну, я скажу, остановлюсь только на этом, потому что у меня больше. Я вам еще хотел интересные моменты рассказать, но, наверное, в следующий раз расскажу. Потому что вот хотел бы вот эту, я чувствую, что как бы есть у меня ощущение, что Дух вот именно вас к этому побуждает, чтобы вы поверили в свое предизбрание, предназначение, что у Бога есть миссия для тебя, и именно это самое лучшее, самое радостное для тебя, самое, что он предопределил, предузнал, для того, чтобы мы были просто подобными ему, вот именно в этом мире. И еще один тоже стих, просто Ефесянам 5 глава, 1 глава. Павел об этом вообще очень много говорит. То есть я даже вот, ну, когда начал вот это видеть, оно начало везде на меня выпрыгивать, просто везде, каждое слово, что Павел просто этим жил. Вы понимаете, когда он говорит предопределил, предузнал, он говорит про себя. Он говорит про себя, с чем ему пришлось столкнуться. Ему пришлось столкнуться с небом, которое ему открылось, кто он, и что ничто не сможет освободить небо, ничто не сможет остановить Божье призвание в его жизни, потому что он сам этого жаждет, сам этого хочет. Бог уже столько сделал для этого, да, для того, чтобы обратить Павла, явиться Павлу, там, да, открыть ему все это, все. И Павел тоже не хочет ничего больше, кроме как исполнять эту волю Божью, понимаете? И вот, ну, это то, что я хочу, чтобы зажглось в нас, духом, из духа, что это есть, что это существует, что это не сказки какие-то, что вот это время знания Христа по плоти, что это что-то, что снаружи тебя стоит, и может быть ты еще будешь решать, иметь к этому какое-то отношение или не иметь к этому какое-то отношение, понимаете? То есть тут вот вообще все, вот, ну, когда ты пойдешь в это, когда ты войдешь в это, когда ты углубишься, ты увидишь, что как будто вообще все Писание, оно прям на тебе сошлось, понимаете? Вот на тебе, как вот в рождении Иисуса Христа, когда там волхвы пришли, звезды сошлись, эти волхвы там тоже сказали, где, как, во сколько, что, ангелы пришли, пастухи пришли, денег принесли, там, и все, и вот эти вот вещи, и все в шоке просто. Но другим не открыто, То есть, да, ты можешь переживать это небо лично, сам, с Богом это открывается, но те, кто рядом с тобой, часто будут видеть всего лишь обычного человека и в обычных обстоятельствах. Точно так же, как у Павла. Не принимали, гнали, били, даже не представляли, кто среди них ходит вообще. Помните, однажды Иисус сказал самарянке, если бы ты знал, кто... Она говорит, Иисус ей говорит, дай попить. Он говорит, ты иудею, мне пить просишь, просто иудеи, да. Он так вот, он усталый такой был, он говорит, если бы ты знал, кто у тебя пить просит. Если бы ты знал. Понимаете, и Бог открывает ей, понимаете, вот он просто, это его такой вот крик, он просто понимает, понимаете, вот в чем ходил Иисус. Он знал, что он Сын Божий, он любил людей, он хотел людям открываться, но открывал Отец и выбирал, кому открыть. Отец. Понимаете, он говорит, если Отец не откроет, не откроюсь. И он хотел, он любил людей, он им говорит, ну я, меня ешьте, меня пейте. Они ему, а это сделай, знамение покажи, а это, а то, и так далее. Понимаете, и вот так вот. Но у него было вот иногда вот это, если бы ты знала, то у тебя просит пить, то ты сама бы просила и пила. Поэтому, давайте мы будем стремиться к этому, чтобы Бог открыл нам Духом Иисуса Христа внутри нас, как своего Сына, нас в Нем, Его в нас и так далее. Понимаете, что это на самом деле то, к чему мы просто призваны, к чему мы рождены, и чтобы мы не прошли мимо этого своего призвания. Я не знаю, возможно мимо своего призвания пройти, невозможно мимо своего призвания пройти, не знаю. По Библии больше кажется, что невозможно, понимаете, но... Все возможно верующему, знаете? Поэтому верующему можно даже мимо призвания, наверное, пройти своего. Поэтому, особенно если он с Украины, да? Ефесянам, 1 глава, 5 стих. Тоже то же самое. Дальше 4 стиха. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа благоволению воли своей. И очень длинное предложение всего того, что с этим вообще предшествует. Я даже тут читать нельзя. Но самое главное, то, что я хотел бы сегодня вам оставить, это то, что Он избрал нас в Нем до создания мира. До создания мира. Понимаете? Я в шоке. Вообще, я в шоке. Времена очень интересные наступают, понимаете? Времена очень интересные. Век информации вот этот вот. Есть определенные сейчас уже там знамения открываются и на небесах, и на небе, да. И последний стих, давайте вот еще один прочитаю, который меня коснулся. Для того, чтобы закончить Откровение, 12 глава, 12 стих. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот вроде как этот стих, да, нам касается сейчас, да? Но он касается очень хорошо. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Что это значит? Веселитесь духовные, веселитесь те, которые имеют эту связь с Богом, которые на небесах ходят, по небу ходят, которые живут по откровению, которые живут по духу, которые ходят в полноте, они веселитесь, написано. И дальше написано: горе тем, кто живет на земле и которые живут на море. Что означает земля? Земля означает плотских верующих, плоть. Понимаете, приземленных верующих, горе живущим на земле и горе живущим на море. Что означает море? Море означает мир, мирских людей. Поэтому горе плотским и горе мирским. И потому что дьявол сошел, потому что времени ему осталось немного. Это последние времена, это то, что пребывает. Понимаете, дьявол это не тот, кто там с рогами ходит, ест, кровь у него тут течет там, и так далее. Нет, не в этом горе. То, что похоти плоти, они настолько сейчас восстают на душу, так трудно им противостоять. Вы помните вот это вот, да, мы размышляем сейчас над последними наркотиками, которые сделал человек, да, вот эти там соли и так далее, не буду называть им названия, чтобы некоторые просто по названиям не стали их искать, но это просто такая химия, что это похоть в чистом виде. Вот люди мне свидетельствуют об этом, это просто хочется. Просто хочется. И эти наркотики ведут в такой блуд, в такой разврат, в такое совращение ума, что человек этому просто противостоять вообще никак не может. Он настолько слаб против этого. То, что, видимо, мы там переживали в 90-х, то, что делается еще из естественной травки, там, да, варится там, и так далее, это еще похоже цветочки. Но то, что вот это и есть уже та часть, которая исполняется, что дьявол сошел. Понимаете, в великой ярости, он уже такое там изобретает через падшего человека, через падший разум, что не позавидуешь уже. Поэтому единственное спасение – это сегодня быть духовным. Это быть не просто верующим, но это быть верующим в огне Духа, ходить в Духе, ходить по небу. Поэтому веселитесь, небеса. Поэтому я просто вас еще раз умоляю, предупреждаю, ищите Бога. Просто ищите Бога и все. Начинаешь искать Бога, начинаешь молиться, и Бог приходит. Я просто вижу, что у Бога есть такая закономерность. Он не приходит сразу. Он нам дает вот эту возможность, чтобы мы его искали. Понимаете, написано, что он медлит. немножко медлит, для того, чтобы мы своей верой просто прорывались к Нему, чтобы мы воспламенялись Духом, для того, чтобы вот, ну, это было, ну, такой принцип у Бога, понимаете, такой принцип. Он, как бы, вот, не бывает так, что ты молишься и сразу все получил. Молишься, стоишь, потом видишь, Бог с тобой. Бог с тобой, Бог делает, Бог производит, Бог защищает, Бог все дает, через все проводит и так далее, понимаете? Поэтому веселитесь, небеса. Аминь? Аминь. Давайте мы помолимся просто в завершении уже.